Это программа «ПС Информ». У нас в студии председатель спортивного клуба «Ганвик» Сергей Сорокоумов. И тоже с инструментом. Сергей Степанович, здравствуйте. Здравствуйте. А что вам придает бодрости и оптимизма? Ну, давно уже очень я занялся оздоровительным бегом. Угу. Пробежки, купание в проруби. Очень давно тоже купаюсь в проруби. Ну, общение с, у нас в клубе много народу. Потом занимаюсь в фольклорном коллективе «Рябиновые зори». Там вот тоже поем и пляшем. Поэтому все время в общем, весело. Спорт, творчество – это залог хорошего настроения. Ну, а мы говорим, раз сегодня о хорошем настроении, один из самых радостных дней в году – это день рождения, конечно. Давайте узнаем, кто его завтра отметит. «16 февраля слова поздравления будут звучать в адрес Алисы Матис. Многие годы она посвятила работе волонтерам в Красном Кресте. Мы желаем Алисе удачи в ее добрых и нужных делах». Сергей Степанович, а что бы вы пожелали завтрашней имениннице? Ну, пожелал бы я, конечно, ей самое главное – это здоровье. А, конечно, улыбок, веселья, чтобы были друзья рядом. Все, чтобы было хорошо в жизни. Ну, я не могу отпустить вас без песни, подарка имениннице завтрашней. И нам спойте. В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светятся тихие, светятся зимние, слышится шум полыни. Кто мне сказал, что надежды потеряны, кто это выдумал, кто? Милая девушка мне улыбается, сам я улыбчив и рад. Тихие звезды, все забывается, светлые звезды горят. Светлое, темное, все забывается, светлые звезды горят. Сергей Степанович, браво, спасибо вам большое. Я желаю вам спортивных успехов, творческих успехов. Очень была рада видеть вас в нашей студии. Спасибо.